вторую часть добилочки. Потому что в первой части набрала много лайков. С прошлого видео у нас осталось много предметов. Игрушки и даже фрукты. Но мы не хотим их выбрасывать. Мы сделаем либо пюре, либо сок. Но для этого пакетик. Да! Ладно, мы положим в пакетик, например, яблоко. Положим под колесико, прямо в мешочки и раздавим. А потом откроем пакетик и будет... Ладно, Диана начинает первая. Диана. Я давлю вот что. Так, заматываем в пакет. Нет, я ставлю это на потом. Смотрите ролик до конца. А я выберу. Я начну с конфетки, потому что как-то хочется сладенького. Но если мы наедем, то пакетик взорвется. А чтобы этого не допустить, то надо зубки. Да. Проткаем здесь дырочку. Та-дам! Дырочка готова. Да. Все можно подкладывать. Давай. Еще мы раздаем, наверное, стрелы от Нерфа. Знаете, будет потом. Ладненько, положи конфетку. Так, да. Положи. Ну, вперед. Все, Санька готова. Пирожечком. Открываем конфетку. Ребята, видите, пакетик целый, но она превратилась в лепешку, эта конфета. Но я все равно ее съем. То, что Диана обожает сладкое. Она у нас сладкояшка. Вот что у нас получилось. Конфетка осталась практически целая. Да, давай еще раз, потому что конфетка осталась практически целая. Ребят, а если вы поддерживаете Диану, поставьте лайк. А я буду дополнительным весом. О, добавим еще конфетку, и я противовес. Так. Девочка совершила. Смотрите, как превратилась конфетка. Смотрите, что с этим становится. Она практически так, как было, так и осталось. Посмотрим, что внутри вот этой конфеты. О! Вау, пюре! Шоколадная паста. Нет, а я буду... Очень крепкий. Диана, все будет... Диана, перестань! Набери. Ребята, мы сделали матрешку и решили ее развить вот такой вот. Подкладываем под колесо вот так, так интереснее. Потому что матрешка раздается очень интересно. Все, вот матрешечка вот стоит. Ну, смотрим, как давится наша матрешка. Смотрите, он прилип! Воу-воу, вот иди, воу! Тут следы остались от шин. Вау, какая крутая затея! Ладно, ребята, а мы выбираем следующее. Ну. Так, поехали. Ой, затянуть. Сейчас точно получится. Е-ху! Получилось. Он помялся. Смотрите, что с ним стало. Он весь помятый. Врабаем, как он прыгает. Даже если он помятый. Прыгает. Но прыгает очень плохо. Ладнюшки, ребятушки, а мы переходим выбирать. Я возьму уточку. Смотрите, какая красивая. А я возьму шарик. Так, запихиваем. Он, наверное, лопнет прямо сейчас. Это да не лопнет. Ладно.
когда поеду. Затыкайте ушки. А почему он не лопнул? Я не знаю. Ой, мамочки. Давай его побольше сплющим, и я буду противовес. Сейчас точно лопнет. Я затыкаю ушки. Все. Подкладываем уточку. А вы поставили лайк, а то я сейчас раздавлюсь. А уточка светится. Смотрите. Та-дам. Если вам плохо видно, то я не знаю. Вот, а вот можно. Смотрите, что стало с уточкой. Только прилип. Чего? Уточка лопнула. Лопнула, а шарик здесь. Ха! Николь, смотрите, какая дырочка. Ну, уточка осталась, а дырочку... Вот она, наша дырочка. Покажи, покажи. Покажи дырочку. Дай мне шарик, пожалуйста. Мы шарик можем... Вау, смотрите, какой прикольный шарик. Смотрите. У меня... Так что мы можем сами засунуть шарик туда. Та-дам! Уточка осталась целая. Почти. Ладно, поехали дальше. А мы сейчас будем утяжелять машинку. А утяжелять мы будем вот этими предметами. Это бачок, который мы наполним водой и станет 30 литров. И будем еще утяжелять папиными колесами от настоящей машины. Поставьте лайк. Сейчас готово. Это колес. Пошло. Три колесика. Итого мы добавили на заднюю ось 90 килограмм. 90. Я возьму яичко. А я возьму вот такого медведя, который... Нам нравится мешочек, потому что это еда. Мы его потом съедим. Что это? Теперь второй опыт. Кладем вот так. Ух ты, какие шарики! Он не удержался, но шарик. Крутые! Смотрите, ребята, они мягкие. Похоже, мы и правда машину сделали очень уж тяжелой, что он лопнулся, и вот такие шарики были. А теперь игрушечку рядом. Что с ним стало? Я скажу, из какого это мультфильма. Рободинозавры! Да, это из мультика «Рободинозавры». Если не смотрели, то посмотрите обязательно. Прикольный мультик. Они там трансформируются. Ребят, я возьму вот такое яичко. А я грушу. Ну, она пластмассовая. Ее в пакетике не надо будет. Я ее сразу скину грушу. Да ладно, она несъедобная. Я возьму еще шарик с грушей раздать, потому что они тоже пластиковые. Но груша тверже, чем мячик. Не, ребят, она будет все-таки выкатываться. Давайте откроем ее. И раздаем пластилин просто какой? Без корпуса. Интересно, приятно там? Сейчас я сам. Вау, дай мне... Так, Диан, Диан. Ух ты! Мы сначала попробуем пожнёкать. Прикольные реально, ребятушки. Вот он. Дай подержать большой. Слепи кружочек. Пройдем здесь дырочку, потому что так он лучше держаться будет. Подожди, дырочек. Без головы, а теперь с головой, а теперь с головой. Ладно, подкладываем сюда.
до нашего снимка. Данюшечка, давай, заводи моторы. Давай, Данюшин, не бойся. Как его тяжело отлипливать, Ради этого я его соберу. Ну, а пока Данюша собирает, то я выбираю. То я начинаю давлить свои фигурки. Кладываю игрушечку. Смотри, что за скружество. А, с шариком ничего не стало, потому что он укатился. Ребят, мы будем использовать палку-убиралку. Ничего не стану, только немножечко помялся. Оп, еще пару шариков. Давай! Так. Один лопнул, смотри. А другой? Нет. Давай еще вот этот. Давай. Лопни. Я знаю, как лопнуть их вместе. Да! Все, есть! Ох ты, бог ты, два раза! Я сделаю яблочное пюре. А я возьму шарик светящийся. Вот он. Раздаем пол яблочка. Так, тоже кладу. Вкладываю яблочко в мешочек и потом попробуем. Еще в другую сторону. Ой-ой-ой, немножечко лопнуло. Ну, мешок целым, в остальном берем ложку и пробуем. На пирог, который получился. Держи. Все, держим. Ай, сейчас будет. Сейчас будет бомб. Посмотрим. Я ничего не буду. Давай. Ничего не получилось. Он вообще пропало. Пропал шарик. Ребят, если вы видели шарик, куда он исчез, то напишите в комментариях. Ребят, смотрите, что у меня получилось. Это посох. Я король мира! Ну что с ним стало? Ничего, абсолютно целый. Ну переходим дальше. Сейчас наш микроавтобус станет соковыжималкой. Да? Берем. А я раздавлю попыт. Ребята, знаете, почему я свой попыт положил сюда, чтобы его раздавить? Ради вас. Потому что хоть это мой любимый попыт, но мне все равно. Мне главное подписчики. Вкладываем наши модельники. Все, Дань, давай. Ой. Надо было лучше три. Тихо-тихо. Мой сучок вытекет. Надо скорее снимать. Только вышло очень мало. Еще 4 дольки не раздавили. Да, давай еще проедемся. Все, спасибо. Мы все готовы. Пойдем сливать. Начинаем пить сучок. Я не знаю, какой он на вкус. Раздавленная машинка. Я не хочу. Очень вкусно, поставьте лайк. Попытик так попытик. Два последних предмета. Я возьму ящичек. А у меня шляпа из йогурта.
Мы йогурт не будем выбрасывать. Мы его скормим. Да, нет! Отъезжай-ка назад. Ну, она съела йогуртик. Теперь он и не на выброску, и на пользу. И на тыльчик. Ух ты, пух ты, что с ним стало? Все, давай. О, там игрушка стоит, больше не надо газу. Посмотрим, какая она внутри. О, так. Вот это большой какой-то киндер. О, смотрите, часть. Это, так, вау, голова. Это что? Так вот. Сейчас мы поймем. Это я попробую. Вот инструкция. О. Это я поняла. Стоп, подожди. Это инструкция, что тут надо делать? Катаешь, и она крутится. Я не покручу. И правда, тут колёшко есть. Так вкуснее после давки. Угу. Желать меньше. Ребята, на этом все. Вы поставьте лайк, подписочку, комментарий. Всем да. Пока. Если вам понравилось наше видео, пожалуйста, наберите больше просмотров. Пока.